Добавим, что богослужение 210-го праздника Вознесения Господня проходит сегодня вечером и состоится завтра утром во всех храмах Русской Церкви. А ее представитель, святейший патриарх Кирилл, возглавит божественную литургию в столичном храме Большого Вознесения у Никитских ворот. А уже на следующий день святейший владыка начнет свой визит в Эстонию. Эта поездка продлится до 16 июня. Представители Русской Православной Церкви посетят города республики. В частности, впервые святейшего патриарха Кирилла встретят в Нарве. Подготовка к историческому визиту началась задолго, а в Нарвском городском собрании прошла пресс-конференция, в которой приняли участие представители епархии и городской власти. Программа патриаршего посещения городов Эстонии в сюжете Юлии Шершневой. Визит святейшего патриарха Кирилла в Эстонию начнется 14 июня с города Таллина, где его святейшество встретится с представителями общественных организаций. В субботу, 15 июня, святейший патриарх посетит Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь в Куремяе. Там в 9:30 будет совершена божественная литургия. В этот же день святейший патриарх Кирилл посетит город Нарву. И символично то, что посещение святейшего патриарха Московского города Нарва связано еще и с тем, что образована Нарвская епархия. И поэтому святейшему патриарху Кириллу очень интересно посмотреть не только на наш город, но и узнать, как развивается духовная жизнь нашего града, нашей особенно Нарвской и Причудской епархии. Никогда визит святейшего патриарха в наш древний город за всю его историю не было. Для нашего города большая честь. Ориентировочно приезд патриарха в Нарву запланирован в 14:00. В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе святейший патриарх Кирилл совершит молебен перед нарвскими древними святынями. Торжество, что наш святейший отец будет молиться вместе с нами. Мы вознесем общую молитву ко Господу. Это самая главная радость встречи, которая будет в наших сердцах. Святейший патриарх преподаст всем общее благословение. В этот день в Нарве ожидается множество паломников из соседних городов и Ивангорода. Всех желающих Воскресенский собор вместить не сможет, поскольку вместимость собора составляет около 2000 человек. Поэтому на территории собора будет установлена видеотрансляция. Все желающие смогут наблюдать на улице происходящее в храме. После совместной молитвы святейший патриарх Кирилл обратится к пастве нашего города и подаст свое благословение верующим. Затем в 15:00 святейший патриарх посетит храм Нарвской иконы Божьей Матери. Приезд патриарха – это не только важное и ответственное событие для духовенства епархии, но и для городских властей города Нарвы. Председатель городского собрания Александр Ефимов желает, чтобы у патриарха остались положительные впечатления от посещения нашего города. Уже неоднократно собирались, смотрели логистику перемещения патриарха по Нарве с тем, чтобы вот на этих дорогах к этому времени дороги были отремонтированы. Вице-мэр Наталья Шибалова отметила, что это непростая задача встречать столь почетного гостя в то время, когда идет строительство водоканализационных сетей и дорог. Действительно, мы обозначили эту проблему, потому что события очень высокого ранга, многоординарные для города, и мы обозначили эту проблему уже в начале года, когда стало известно о приезде патриарха. У нас состоялись неоднократные встречи как с представителями, как Александр Ефимов уже сказал, с представителями Асландии, с представителями Нарвы, с представителями полиции, потому что речь идет о безопасности пребывания здесь патриарха и делегации. И, конечно, хотелось бы, чтобы те места, которые планируют посетить патриарха, они все-таки выглядели более-менее в хорошем состоянии. Возможно, что во время своего визита в Нарву святейший патриарх посетит строящийся храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Завершится визит святейшего патриарха Кирилла в Эстонию в воскресенье 16 июня в Таллине, где будет совершено освящение храма в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница.